Всем привет, с вами Мегабит, мы сегодня Сергей, поздоровайся. Всем здравствуйте. Сегодня мы играем опять продолжение FNAF. Да, и let's go. Так, объясняю задачи, кто не смотрел предыдущие части. Нам надо убить охранника за аниматроник. Сейчас мы играем за спринт-клап. Советую посмотреть остальные ролики. Предыдущие, если быть точным. Нерон плюс штраб. Тут есть. Да, ничего за него было. Ой, Герман, ты посмотри, как он тебя. Как главное с тебя посмотреть. Что за звуки? Герман, что за звуки? Ненависть растопите. Чё за кого опять? Он тебя спалил? Это очень невозможно. Нет! Активейт. Твоя камера не смущает? Я же жму на F. А почему? А если не жать? Может она... Ты не жал? А что будет, если реально не жать? Вообще... О, блин. Иди. Блин, почему он не может бегать? Что? Почему? Почему он не может бегать? Пятьдесят коинов ты мог еще 3 коина накопить и было бы вообще изи. Ну давай все изи с Фоксиандром.
А? Что? Что? Может, надо зажать? Что за звуки этого плюштрапа? Твердите, что вы не робот. Я робот. Шагерн, я комп перезагрузил. Я тоже. Шагерн, сейчас я комп перезагружу. Ну, пожалуйста, надо. Останови пока запись. Так, кто ты? Вообще плохой мальчик. Давай его отругаем. Герман, что значит ошибка 277 в Роблоксе? Чему? Тебе есть на доскальки забанили? Это...
Hello. Goodbye. Я не знаю. Бомбой говорит hello, я говорю goodbye. Че, куда ты пополз? Он еще ярый. Ахай. Это все бомбой. Ой. А в этом он сливается на камере. Хай. Goodbye. Сам такой. Ты сейчас видео снимаешь? Я тебе сказал, как игра называется. Я тебе сказал, так что все, давай сам как-нибудь скачиваю его. Пишет на интернет, хотя с интернетом. Все. Классно. Замуж прям с ним 22 буду дальше. Перелиться на люди и думать о пилоте. Как бы он неудачно сел и разбился в полет. Ну давай нападай, Герман! Ваня, не мешай, я. Я просто говорю. Герман, тебе... Вот тут тебе надо плюш трапа. Вот тут тебе хорошо плюш... Найс, прям тебя смотрит. Сейчас... Дай! Тебе там плюш трапа надо, его тебе надо копить. Чтоб когда ты подошел, он камеру активировал, хоп-хоп, ты быстро к нему зашел. Герман! Что? Почему против меня Сергей? Не против тебя. Он до мной издевается, я просто говорю какое-то предложение, а он говорит не мешай. Ты мукаешь. О, танк с пропаном. Надо взорвать. Стучим, пацаны, поджигаем. Вот заряд сейчас на. Приятного аппетит. Но я же первый сказал. Даже Ваня не сказал. Hello. Не, я первый сказал. Ты вообще ничего не сказал. Понятно. Пацаны, кто хочет на видео, чтобы я взорвал чей-то дом? Не я.
Не, могу у Вани взорвать. Бесплатно. А я вообще-то у тебя нахожусь, я тебе переименовал твою... твой дом на мой. Ваня, я тут уже у твоего дома стенку взорвал. Так я ничего не слышу. Понятно. Да мне хоть не слышу. Подписчики, видите, какой даун? Тут. Ну что за говно? Подписчики, Герман, видео ты сейчас снимаешь? Вот подписчики, видите, какие дауны тут? Такие, как Ваня. Ну да. А чё, я правду говорю? Да, реально. Советуйте копить на Фокси. Чтобы Ваня не мешал. Кто? Гей. Сережа. Я не приглашаю его. Я не хочу, чтобы... Я не хочу с ним говорить. Arr, so much more spacious in here. I may stay a while. Два шестьдесят восемь фаскомер. На симулятор просто. Три гига? Угу. Чё такого? А, ну я... А она бесплатная, что ли? Или платная? А где? А? Её просто придётся скачать, да? Где она находится? Угу. Это Бонни. За Бонни играешь, что кошмарного. Четвёртый. Закрой дверь, пип! Открой, пип! Заходи. Ну что ты хочешь? Я вообще не умел квадауна. Так просто? На симулятор. Ладно, я, короче, гранат сейчас съем, это вот у меня руки сейчас гибкие. Я дойду.
Блин, а так хочу вот эту игру собираешь. Что я мог этот лазить как человек-паук. Ага. Ну-ка. И так вот. Прикольно. Как игра называется и как? Где я скачиваю? Нав. Фан, блин. Сейчас Нав. Смотрите, пацаны, я сейчас просто лучше умнее вас буду делать. Все Нав. Смотрите, умнее вас. Симулятор. Нет, а, это от Game Jolt игра. Game Jolt. Ну дай! Да! Я так и знала, что Game Jolt. Да, Фредди. Фредди. Да, в натуре. Версия 3.0.0, да? Нет. А я уже все скачиваю. Все, у меня пошла скачка. Кого ты скачиваешь? FNAF симулятор. Не, я его уже нашел. Да, вот этот создатель как раз. Это бы сейчас. Когда у меня уже скачивается. Можно проиграть, что ли? Или там можно посетить? Только одиночный? Нет, ну если бы добавили, то было бы. Я хочу посмотреть, что она делает. Это делает. Я не знаю, что он делает. Либо она делает. Она только две игры делала. За кошмарно? За кошмарно прошёл или нет? Я за кошмарно прошёл, да. А, ну так, давай, ладно. Ладно, всё, осталось просто ждать. Control J, пошло. Весь верх ждём. Валика, футбол PS, он бесплатный или нет? Бесплатный. Да? Да. Да не, не, невозможно. Не бесплатный. Хотя, нет, это невозможно в Steam, он бесплатный быть. Он бесплатный. Гена, Герман, как ты проверял, если ты даже в футбол не играешь? Не, он ладобил. Не. Нет, там точно он денег стоит. Ну как это реалистично, такая игра может стоить бесплатно? Футбол 2024. Футбол 2024. Я понял, да, и фу. Чё? Не, это ошибка, кажется. Не, это ошибка! Как этот e-футбол может быть бесплатным? Если он даже такой реалистичный, блин. Вот бесплатная игра. Я вижу, ну ладно, пусть будет. Вадику удалять что-то.
Он тебе пинет А будет. А! Ну ладно, ладно, хотя бы-то вот столько. Она тупая. Она. Я кошмар. Нет! Нет! Герман, за что? Ты написал заходить. Герман, если он зайдет, я ливну. Я не хочу с ним находиться. Okay. I assure you, I am very real. Я заплю штрафа, похожу. Да? Покажи демку. Yeah. Давай в ЛС лучше посидим. Зачем? Я там не буду. И чё? Ну, если хотите, играйте без меня. Если хочешь, играй без меня. Ты... Плюш-трапик. Интересно, а когда можно пройти этот левел в оригинале? Ян, зайдешь потом в окно в 4? Я понимаю, что это было самое легчайшее. Ура, полицейский. Так, кого сейчас будем брать? А когда ты уже успел кошмаров всех убить? Как они легкие. Ваней? Потом уже будет следующая часть, это пятый. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.